Чупахи я надену. Короче, порисовал сейчас шаурму немножко. Нейролептик мне не продали. Не продали. Эх, и поэтому жестко. Жестко. Там что происходит, жесть. Ты не помнишь, какую картину мы запаковывали в гараже? Я что-то вот эту картину не помню. Нифига себе. А это вообще мощно прорисовано детально, так ну всего 2 лайка. Это корабль, блин. Это я в детстве рисовал. А это все здесь, сразу все вместе. Ладно. Блин, что это за хрень? Ссылка какая-то. Так, я из готики нарисовал пейзаж. Надо бы сейчас подзалить немножко. Совсем малюсенько. Мне вообще не интересно играть в комп или слушать блогеров каких-нибудь, прикинь. Раньше я просто включал и сразу их слушал, смотрел. И так день проводил весь. И домой даже... А, я забыл ставить эту карту памяти. И домой даже не заходил, прикинь. Бывало. Ну, поздно только заходил. Прикинь, какое изменение. Это поразительно. Я не понимаю, что со мной. Чем мне заменить? А что там в итоге было с бабушкой? Не, ну потом воду дали, включили. Я стал смотреть. Сначала воздух из трубы шел. Воздух из трубы шел. Да. Че, вы заварили там трубу? Ну, он заваривал, потом говорит. А где? Снаружи заваривал? Снаружи, на улице. А. Потом он говорит, ну я, говорит, все, что мог, сделал. Надо теперь только померить. Потом, когда воду давали, я смотрел несколько раз, все смотрел, надеюсь, что она не будет здесь. Ай, как чешется все, его искусали, блин. Жестко, да. Да, что-то хреновый у меня рисуночек был. Был нормальный. Сейчас-то он у меня дорисованный, он нормальный. Надо его скинуть. Так, что я могу скинуть? Сейчас посмотрим. Привет, ребята! Я сейчас рисовал на улице по заказу хорошего человека. Не знаю, считает ли он меня хорошим человеком, но я его считаю хорошим человеком. Вадима! По заказу Вадима! Я рисовал пейзаж. Ой, какой пейзаж? Пейзаж и шаурму на стене. По заказу Вадима. Понимаешь? Это все законно, это не вандализм. На его территории. На его территории. На его стене я рисовал. Я имею право на это. Имею право на это, понимаешь, ты или нет. О, нифига себе, я этого клеща пытался сфотать. Я имею право рисовать. По заказу Вадима. Я один раз выложу этот рисунок божественный, но больше я не буду подобные рисунки выкладывать. Так, Ctrl-X. Так, завершить. Куда его поставить? Что-то ноль зрителей.
Тогда вырублю нахрен. Еще ноль зрителей, ну и фиг с вами. Ушли вы. Давай, вырубайся, блин. Завершить. Опубликовать, похер. Закроем. Закрыть. Так. Сколько ж здесь до хрена видосов-то я наснимал. Я плакал. Хуёво мне, хреново мне, хреново, блин, выложу, короче, пока. Так, 5 гигабайт, о, нифига, это маловато, сейчас тебе покажу картины, скажешь, как, каково. Некоторые. Вообще-то я тебе показывал, но не все. Я недавно нарисовал вот сегодня новую. Мама сказала, что на ГУЛАГ похоже. На что? На ГУЛАГ. ГУЛАГ? Да. Лесоповал, типа. Блин, что-то воды пить хочется. Смотри, видишь, может для тебя слишком темно, потому что ты сидишь далеко. А что-то мутно стало. Сейчас она загрузится. Давай, загружайся. Чего не загружается? Нормально, почему? Какой ГУЛАГ? Это не, же... это не эта картина, где она ГУЛАГ. Это же на, как в деревне там. Да, в деревне, да. А вот смотри, вот тоже. Это ГУЛАГ, это старая картина. Я сейчас сегодня нарисовал, которую я ее сейчас выложу. Что-то долго, видишь, как грузится. Вот видишь, во, видишь, такой свет, тьма, мельницы, дома, странновато, да, выглядит, прикольно. Так, где? Где? Чё? Где я выложил? Где? Это всё я выложил. А, кстати, кое-что я не выложил. А, нет, это выложил. Так, дисце. Новая папка. Без обработки выложу, короче. Это давай сюда выложу, еще документ, сейчас пока это буду загружать совсем лесечка. Пусть надо мной угорают, мне пофиг. Так, загрузить новый файл. А я вот так сейчас, вот так, раз. Оп. Чпок. Загрузится? Должно загрузиться. Должно, давай. Давай, загружайся. Чпок. Чё оно не загружается? Придется так загружать. Неужели такой слабый интернет? Еще документ. Это он как бы в оригинальном качестве загрузит.
Давай, быстрее. Видишь, как тормозит, блин. Перестанавливать надо винду. Так, С. Где? А вот, новая бабка. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять. Блин, надо по порядку. Раз, два, три, четыре, пять. Вот это сначала загружу. Сейчас налью себе еще водички попить. Надеюсь, коронавируса у воды нет. А воде нет? Нету. Хочешь воды? Нет. Я сейчас укропный. А, укропный. Укропный суп. Это круто. Совсем. Ни хрена себе, я выложил мою картину, никто даже не посмотрел. Ну и хорошо. Дорисовано. Потому что я... Я... Боль. Дорисовано, херня полная, херня полная. Так, теперь следующее загружаем, документик. Загружаем. Это вообще не относится к этой тематике группы. Вот это относится. Они будут угорать над этим, блин. Я акрилом пробовал рисовать. Такая фигня выходила. Такая фигня выходит, блин. Такая фигня выходит, ё-моё, ты не представляешь. Это просто поразительно. Три. А это ещё не повернулось. Поворачивайся. Где тут повернуть? Повернуть по часовой. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Короче, пофиг, пусть будет 5. Открываем. Акрилом. Попробовал. Вот это жесть. Это жесть. Ребята. Ребята. Конкурс. Конкурс. Конкурс детских рисунков, блядь. Если вот это акрилом? Да, это акрилом, такая чушь получается, блин. Такая чушь получается, ё-моё. А сейчас я буду загружать нормальный рисунок. Это тот, который мама назвала ГУЛАГом. Потому что там везде елки, лесоповал. Так. Вот он. Повернуть его надо нормально. Четко повернуть. Давай, давай. По часовой. Поворачивайся. Поворачивайся вот так. Все. Надо на всякий случай назад. Папка. Обновить. Все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пускай будет так. Что тут еще есть? И все, больше ничего. Сегодня нарисовал, мама назвала, этот рисунок ГУЛАГом, лесоповал,
прикинь. А что? Ай, пофиг. Блин, все чешется. Я рисовал, как бы, почти, фактически, я рисовал на 97% в общем все, кроме мельницы и дома справа. Все из воображения. А ну еще башенку. Может. Детские рисунки какие-то, блин. Сейчас загружу их в нормальный альбом. Фотоальбомы. Давай. Все альбомы. Грубые зарисовки, давай. Open. И все это качаем туда. Качаем, yeah. Вот это грубые зарисовки, да. Очень грубые. Так, вроде все. Ну как, что добавлять нельзя? F5 добавить. Блин. Ну и рожа у меня вообще жесть. Скройся, моя рожа. Какая-то у меня рожа жуткая, да. Ладно, давай я лучше отключу свою рожу. Я редко прихожу домой чисто залить творчество. Если хотите, задонатьте мне за это. Потому что я трачу на интернет дофига денег. Ладно, все. Спасибо, кто посмотрит. Чисто я захожу в интернет только чтобы выложить. И мне приходится платить за интернет 400 рублей. Это как-то не очень вариант. Надо что-то придумать. Можете чем-то помочь мне?